Привет, гитаристы! Сегодня я покажу вам упражнение, которое поможет быстро, легко и, что немаловажно, ритмично менять аккорды. При смене аккордов необходимо учитывать три момента. Для начала необходимо хорошо представлять графический рисунок аккорда, то есть представлять его не на нотном стане, а так, как он выглядит в таблице аккордов. Второй момент нужно выяснить, есть ли между двумя аккордами общие звуки. Например, как в аккорде АМ ля минор и до мажор. Вместо того, чтобы ставить их по отдельности, нужно просто проанализировать, и вы поймете, что два пальца остаются стоять на своих местах. Менять нужно только третий палец, поставить на него на третий лад. Третий момент. Необходимо проанализировать, какое общее движение делают остальные пальцы. Они могут собираться в кучку, могут выпрямляться, могут растягиваться. Нужно обратить внимание, есть ли глиссанда. При смене аккордов D, ре мажор и А, ля мажор, третий палец у нас просто двигается по второй струне. В этот момент он служит таким ориентиром в пространстве, и пальцем гораздо проще тогда встать на нужные струны. А теперь само упражнение. Оно представляет собой два аккорда. Аккорд С, до мажор, и аккорд G7, соль мажорный септ. Тоника, доминант септ, тоника. Если вы запомните на слух этот гармонический оборот, возможно, вам удастся блеснуть знаниями на уроках по сольфеджио. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре. Суть в том, что на первую долю допустимо неточное попадание на аккорд, но на третью долю нужно обязательно исправиться. Сейчас попробую изобразить ошибки. Раз, и два, и три. Это упражнение больше направлено на соединение само, когда рука у нас растягивается и сжимается на это движение. Но нужно стараться ставить аккорд обособленно от других аккордов, то есть в какой бы пьесе он вам не встретился, вы с легкостью его бы поставили. Для этого можно выполнять следующее упражнение, которое мне показал мой преподаватель в музучилище Максим Брониславович. Делается оно так. Названия у этого упражнения никакого нет, и я предлагаю вам придумать название и написать его в комментариях. Важный момент, про который я еще хотела вам сказать, это движение правой руки. Очень часто правая рука при игре аккордов делает движение, которое напоминает движение циркуля с центром в локте. То есть она делает вот такие вот полукруговые движения. Нужно стараться проводить пальцем П перпендикулярно струнам. И развернуть его немного тоже перпендикулярнее, чтобы он проводил не левой стороной подушечки пальца, тогда он будет шелестеть и ложится немножко плашмя. Очень сильное соприкосновение получается со струной. Нужно сделать так, чтобы соприкосновение было насколько можно меньше, это примерно угол 45 градусов. Старайтесь, чтобы первая струна озвучено, потому что в аккордах чаще всего нам это и требуется сделать. Такое упражнение называется «Ласковый котик». Просто представить, что мы его гладим. И движение должно быть не углубленное между струнами, а достаточно поверхностное, самым краешком большого пальца, выделяя первую струну. И если вы будете делать это как положено, то гитара, наверное, не только запоет, а еще и замурлычет. Теперь скорее берите в руки гитару, тренируйте и записывайте видео и прикрепляйте его под постом ниже. А самое главное, оставайтесь дома.